Всем приветик! Сегодня 18 января. У меня сегодня возобновился ремонтик ванной. Так, на сегодняшний день за 2 часа там вот плиточка на плиточный клей положена и вот вставлены вот эти вот направляющие. Вот. Мастер ушел на обед. Будем ждать, придет или нет. А я решила приготовить супчик с куриной грудкой. Для этого мне понадобится, вот вытащила морковку замороженную, лучок мелко порезанный, замороженный. Здесь порезала вот одна грудочка у меня, филе куриное. Грибочки остались от вчерашнего рулета. Домашняя лапша, топленое масло и зелень. Приступим. Топлю на масле, обжариваю лучок и морковку. Они у меня здесь растаяли уже. Немножечко подлила горячей водички. И все это сейчас немножечко. Ну, конфорка бешеная. Я вот хочу сказать, вот по моим наблюдениям уже, вот такую вот мощную конфорку, на которой только вот, чтобы быстро закипела вода, там, например, для макарон, для бульон, для всего, да, ее бы вот эту вот конфорку вот сюда бы. Потому что в основном, когда готовишь что-то, и тебе тянуть сюда тяжелее, нужна здесь конфорочка такая вот, вот которая там на втором плане, вот ее бы сюда. Вот, и сейчас, если мне вот переставить туда кастрюлечку, мне уже тянуть приходится. Что не очень удобно, конечно. Вот. А здесь сейчас момента моры будет все подгорать. Она очень мощная. Вот. Я не знаю, когда вот дизайнеры что-то сидят, вот выдумывают, творят. Прежде чем создать какую-то модель, наверное, надо все-таки рационально все использовать. Вот две такие конфорочки, они вот сзади, да? А здесь вот находится вот такая маленькая. На ней, конечно, можно что-то делать, да, но она маломощная. Вот те конфорочки здесь вот нужны. Вот мне сейчас надо будет переставлять, потому что это будет невыносимо, уже вот подгорать начинает. Буду переставлять, она сейчас вот сгорит у меня. Так. Конфорки зажигаются со второго или с третьего раза. Он уже подгорает. Вот. И мне вот теперь придется, вот представьте себе, вот так оттянуться, чтобы помешивать, в общем, какие-то дела делать, наблюдать. В общем, крайне неудобно. Так, сейчас сюда пойдет куриная грудка и следом грибочки. Сейчас она немножко схватится, побелеет. Добавлю сейчас вкусную соль. Прибавлю газ. Курочка побелела. Сейчас сюда пойдут грибочки. Супчик можно, конечно, было бы и без грибов сделать, но так как у меня вчера остались, мне нужно их куда-то пристроить. Поэтому сварим с грибочками. Так, пусть покипит. Потом все это будем заливать кипятком. Залила горячей водой. Сейчас закипает мой бульончик здесь. Я этот супчик решила сварить без картошки. Здесь достаточно будет для меня ингредиентов. Я здесь еще
Будет у меня зелень и домашняя лапша. Я не хочу снимать ни картошку положить сюда. Без картошки будет. Хочу вам показать вот такую емкость от Тупперware. Я вам уже показывала, но хочу повториться. В ней очень хорошо сохраняется зелень. Вот эта зелень была куплена давно. И вот я потихонечку щипаю укропчик здесь. Он вот лежит, как новый. Не портится, правда. Лук и чеснок говорят, что вместе не дружат. Ну, у меня ничего, сдружились. Ну, вот закрываю хорошо. Здесь вот написано даже, как хранить. Вот видите, такие штучки. Вот у меня одна открытая, одна закрытая. Так хранится. А здесь вот нарисовано, где и как, при каких вот, при закрытых, при открытых хранить какие овощи и фрукты. В общем, это уже я оценила, могу всем порекомендовать. В доме это просто, мне вот, для меня это помощь. Даем супчику покипеть, чтобы все ингредиенты сварились. И почти в конце я добавлю туда вермишель, вот эту домашнюю лапшичку, и зеленый лук, лавровый лист еще. Вот такая вот вермишелька домашняя у меня. Так, сейчас мы немножечко туда покидаем. Суп лапша. Что-то беленьким пошло, наверное, от муки, что ли. Так, сейчас я посмотрю, а то еще и третью горсть сейчас загубеню сюда. Так. Пахнет грибочками. Ну да. Обойдусь я в этот раз без картошки. Я что-то прям вот уже последние разы вот, картошку не хочу. Думаю, если с лапшой, то уже без картошки. Сейчас немножко лапшичка поварится. Положу сюда лаврушку, душистый перчик и зелень. Сейчас убавлю немножко. Лаврушечка и душистый перчик. И вот эта зелень сейчас вся пойдет туда в кастрюлечку. Вот такой супчик лапша получился у меня. Сейчас прокипит с луком. Я добавила еще соли. Попробовала. Мне показалось недосолено. Супчик мой готов. Выглядит вот так. Аппетитные такие вот блестки плавают. Это топленое маслице помогло. Запах, конечно, вкусный стоит. Черненький хлебушек. Сейчас с аппетитом как покушаю. Супчик быстро готовится. Всем приятного аппетита. Всем пока. Вот, девочки, у меня опять в зале стоит все это. Это инструмент. Вот сегодня работы были произведены. Вот посмотрите, как. Ругаюсь на мужиков, на своих. Там счетчик у меня. И вот я ушла из дома к дочери, когда мне там монтировали все это, водяные трубы. Ну, прихожу, счетчик на этом месте. Я говорю: ну, Саш, ну что же выше вы не сделали? Ну, выше бы вот открыл, вот выше вот этого. Ну, мужчина есть мужчина. Так. Теперь посмотрим.
смотрите, как мне придется лазить. Ну, так-то вижу, но неудобно. И вентиль центральный вот тут вот наверху у меня вот так вот вентиль центральный. Вот, перекрывать. Так, все впритык. Вот панельку, которую мы вчера покупали. Вот так вот она выглядит. Вот эти вот уголки надо будет, наверное, на момент приклеить. Вот эти вот уголочки. Вот так вот приклею на момент. Так аккуратненько все. Вот за сегодняшний день вот так вот все. Закрыли только вот это. Завтра Саша будет в день. Послезавтра он будет в ночь. Придет, будем вот с ванной заниматься вдвоем. Но он мне предложил на двухсторонний скотч автомобильный. А здесь сделать полочку вот из этого же вот пластика, который вот остался. Вот он там у меня стоит. Он там. Вот. И сюда опустит также. Не знаю, как это будет выглядеть, как он сюда вниз опустит. Но завтра будем, послезавтра будем думать. Вот на этом сегодня все. Я вот немножко прибралась, полы притерла. Включила машинку, думаю, сейчас хоть постираю. А то он мне сказал, что он придет послезавтра, и машинку мы будем с ним вытаскивать. Ну вот так пока. Да, на ванну больше, говорю, денег ушло, чем, наверное, на зал. Да ладно, всем пока. Прощаюсь с вами. До скорых встреч.